Друзья, приветствую вас, с вами канал Майкер Си. Сегодня на распаковочке вот такой FPV квадрокоптер Ишайн E40. Полный комплект с монитором, с камерой высококачественной. Ну давайте откроем и посмотрим. Прекрасно упакована модель. Почта, слава богу, не издевалась над коробкой. Очень все удобно. Вот сам квадрик. Такого среднего размера, не микро, но и меньше, чем, допустим, Сима X5C. Аккумулятор по типу фантомовского. Емкость 520 мАч. Это довольно солидно для такого размера. Двигатели, естественно, коллекторные. Камера 2 мегапикселя. Карточка microSD в комплекте не идет. Это уже я сам вставил. Передатчик в форм-факторе джойстика. Для меня это не очень удобно. Стики короткие, не цепкие. Я больше привык к передатчикам вот все-таки вот такого классического формата. Но что имеем, то имеем. Питание от 4 элементов формата 3А. Органы управления. Это кнопка фото-видео. Короткое нажатие фото, длинное включение-выключение видео. Это флипы. Это газ, поворот по рудеру. Тангаж, крен, триммер рудера, управление подсветкой, расходы, headless, возврат домой, включение. Здесь триммеры по крену и тангажу. В принципе, все просто и понятно. Монитор имеет встроенный аккумулятор, который заряжается отдельным шнурком. И для квадрика зарядное устройство выглядит так. USB. И можно заряжать, не вынимая аккумулятор, что является большим плюсом. Также в комплекте запасные винты, отверточка. И винт крепления крышки передатчика. Собираем крепление монитора. Винт, в принципе, не требуется, держится хорошо. Крепится вот таким винтом, и наклон регулируется. Есть еще инструкция, простая и понятная, на английском языке. Давайте включим его и посмотрим, как он передает изображение на монитор и как взлетает. На квадрокоптере есть выключатель питания. Включаем передатчик, движение вверх-вниз. Все работает. Теперь включаем монитор. Ну вот, отличная передача изображения. Ну, летать мы будем уже на улице. Сейчас
Я считаю распаковку оконченной. Думаю, что вам было интересно. Следующее видео будут уже полеты в разных режимах, флипы, полет по FPV. И отдельное видео будет посвящено качеству съемки камеры этого квадрокоптера. А пока всем до свидания. С вами был Майк Арси. Подписывайтесь, ставьте лайки, оставляйте комментарии. Всем пока!